Добрый день. Добрый день. Хорошо ли меня слышно? Я не вижу презентацию. А, вижу. Хорошо. Все хорошо. Ну что, вы устали? Скажите мне, пожалуйста. Нет. То есть будем сегодня разговаривать по существу. Не будем сокращаться, да? Хорошо. Еще раз здравствуйте. Сегодня мы поговорим с вами о современных подходах к психологической коррекции эмоционального напряжения. В прошлый раз, те, кто были здесь, вы уже слышали, что это цикл лекций, и, по сути говоря, те, кто ходит сюда из года в год, ничего нового для себя не узнает, но достоверно подтверждает ту информацию, которую мы уже даем, да, не первый раз. Итак, эмоциональное напряжение достаточно часто вызывает у нас негативные переживания. Само по себе это, да, это сама по себе формулировка. Однако мы с вами, те, кто уже давно знаком, хорошо помним, что все реакции организма сами по себе нейтральны и носят защитную функцию нашего взаимодействия с окружающей средой. Поэтому само по себе напряжение – это совершенно не страшная штука. Это сосредоточение сил, внимания при осуществлении действия. Однако психологическое напряжение, когда мы упоминаем, почему-то часто мы подразумеваем состояние, которое сопровождается тревогой, в ожидании возникновения каких-то негативных эмоций, например, да, эмоций страха. Давайте вспомним, что психологическое напряжение по-английски звучит как стресс. Слово стресс. Стресс и переводится как некая нагрузка, напряжение, состояние повышенного напряжения, что есть совокупность не специфических адаптационных, то есть нормальных реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов, стрессоров, физиологических или психологических. То есть сам по себе стресс, как мы с вами часто об этом упоминаем, не несет никакой негативной информации. Возникает некоторая нагрузка, человек в норме реагирует на нее некоторым напряжением, которое помогает ему эту нагрузку перетерпеть и как-то с ней справиться. В свое время ученый по фамилии Селье, описывая ситуацию стресса, описал некий адаптационный синдром, первая фаза которой является реакцией тревоги. По сути дела, это мобилизует все наши адаптационные возможности. На второй фазе, на стадии сопротивления, да, мы вырабатываем некоторую устойчивость к внешнему воздействию. И если только вся эта ситуация избыточно затягивается, мы рискуем перейти на фазу истощения наших психоэмоциональных ресурсов. Для каждой фазы характерны изменения в нервно-эндокринном функционировании. И это говорит о том, что наша психика – это часть нашего организма, отражающая реальность и подвергающая наше тело некоторым изменениям и подверженная уже вторичному воздействию после этих изменений. Так вот, как только Селье описал все эти три фазы, он развел две формы стресса, которые принято теперь учитывать в медицине, физиологии и психологии, и выделяют положительный стресс, тренировочный стресс, эустресс, а также отрицательный стресс, дистресс. Когда мы заходим в поле онкопсихологии, когда мы говорим о ситуации травмирующего столкновения с онкологическим заболеванием, мы всегда с вами говорим не о стрессе, а о дистрессе. Да, не устаю это повторять, что научные изыскания мировые разделили эти две формы. Эустресс – это то, что мы хорошо переносим, и то, что тренирует нас к дальнейшему, да, нашему взаимодействию со средой, и только дистресс, который случается в ситуации пролонгированной стрессирующей нагрузки, подлежит какой-то психологической коррекции. Давайте еще вспомним такие термины, как эмоциональный стресс. Помните, мы снова и снова говорим о том, что эмоции – это то, что мы совершенно не можем, по большому счету, каким бы то образом контролировать. Это те реакции, которые спонтанно возникают при взаимодействии со средой. Когда что-то происходит плохо, мы не можем не отреагировать в эмоциональном ряде
негативно. Другое дело, что эмоции – это такие коротенькие вспышки, да, некоторые в коре головного мозга, которые только накапливаясь, начинают на нас непосредственно воздействовать. То есть только перейдя, сложившись в какой-то конгломерат и перейдя в психологический регистр, эмоции могут воздействовать на нас существенно, но и при этом могут подвергаться психологической коррекции. Как вы видите, да, написано на слайде, что эмоциональная реакция, она развивается раньше других, активизируя вегетативную нервную систему и ее эндокринное обеспечение, то бишь задействуя, да, всю систему организма. При длительном или многократно повторяющемся стрессе, при дистрессе, как мы бы теперь с вами уже сказали, эмоциональное возбуждение может застаиваться, а функционирование организма разлаживаться. Именно поэтому, когда человек попадает в ситуацию дистресса, то есть ситуацию, травмирующую его в длинном периоде, в долгом периоде, а онкологическое заболевание как раз и характерно, да, этими самыми длительными стрессирующими нагрузками, тогда мы переходим к тому, что мы предлагаем психологическую коррекцию состояния пациента. Как вы видите, да, различается эмоциональный стресс и психологический стресс. То есть эмоциональный стресс избежать совершенно невозможно, а вот психологический стресс, ну, во-первых, многие авторы его определяют как стресс, обусловленный социальными факторами, то есть приходящими к нам извне в процессе взаимодействия, да, с окружающим нас миром. Так вот, психологический стресс – это уже нечто, в большей или меньшей степени регулируемое в зависимости от того, насколько человек склонен осознавать то, что с ним происходит, анализировать то, что с ним происходит, и таким образом воздействовать на восприятие того, что с ним происходит. Что же такое психологическая коррекция? Дальше вы видите аббревиатуру ПЭН. Это психоэмоциональное напряжение. Так вот, психологическая коррекция – это осознанное, целенаправленное, динамическое изменение отдельных психофизиологических функций, психического состояния в целом, посредством специально организованной психической активности. Вот такой набор умных слов, собственно говоря, только что я вам не объяснила, как это проще звучит. Мы осознаем то, что с нами происходит, и уже осознанно можем сделать свой выбор. И реагировать на то, что с нами происходит, уже несколько иначе, а не так, как мы спонтанно привыкли с вами это делать. Психологическая коррекция психоэмоционального напряжения – это один из видов психологической помощи. Есть еще психологическое консультирование, психологические тренинги, большой формат психотерапевтического воздействия. Психологическая коррекция, как мы с вами дальше еще будем говорить, это всегда краткое взаимодействие со специалистом. Это важно учитывать, когда вы идете, например, обращаетесь к онкопсихологу, вы должны понимать, что вы идете за психологической коррекцией, а значит, вы не будете заниматься этим год, тем более 20 лет. Возможно, вы встретитесь со специалистом в течение 5 раз, может быть, даже один раз. Хотя, когда речь пойдет о обретении навыков, конечно, 5-10 раз это полезнее, чем один. Но зачастую кто-то из вас знает, да, что в краткосрочных формах нашего взаимодействия переосознание отношения к тому, что со мной происходит, наступает достаточно быстро. В первую очередь я проговариваю это для того, чтобы вы понимали, что те затраты, финансовые затраты, да, и физические временные затраты, которые вы не понесете, если надумаете обратиться к специалисту моего профиля, они достаточно незначительны, да, они не ведут к тотальному разорению. Большая психотерапия – это длительный процесс осознавания. Когда мы говорим о психологической коррекции в условиях онкологического заболевания, нужно рассчитывать на траты кратные там, 5 тысячам, например, да, 1 тысяча – одно посещение и 5 – это в течение месяца. Посещение, после которого должен наступить определенный явный результат. Итак, это один из видов психологической помощи, направленный на формирование у человека нужных психологических качеств для повышения его социализации и адаптации к изменяющимся
жизненным условиям. Всегда, когда мы говорим с вами о воздействии онкопсихолога, мы всегда упоминаем о том, что человеку в изменившихся условиях важно благополучно адаптироваться к этим изменившимся условиям. Именно от этого зависит качество жизни человека, который попал в эти изменившиеся условия. И мы всегда с вами приводим примеры, да, полярные, что ли, человек с психическими нарушениями имеет низкое качество жизни, человек с физическими нарушениями может иметь заведомо хорошее качество жизни в условиях хорошей, благополучной адаптации к тем изменениям, которые в жизнь принесла болезнь. Итак, психологическая коррекция – это форма краткосрочная, от 1 до 5 раз. Чтобы прийти 10 раз, нужно, чтобы специалист как-то аргументировал, да, это такую необходимость. Это клиентоцентрированная помощь, то есть мы не уклоняемся от нашей темы, да, основной, от заболевания и того, как пациент справляется с этим заболеванием. То есть мы ориентируемся на мишень и исходим из базовых ресурсов самого человека, который сидит напротив. Таким образом, специалист, психолог, к которому вы обратились, никогда не даст вам совет, исходя из собственных своих предпочтений. Если он так делает, если он дает какие-то настойчивые рекомендации или советы, что вам нужно сделать то, это и что-то еще третье, как правило, речь идет о том, что специалист достаточно слабо подготовлен. Для начала человек, специалист, да, нашей области, должен исследовать структуру вашей личности. Ну и сделать это достаточно быстро и коротко. Те люди, которые получают профессиональную переподготовку в институте онкологии, как правило, владеют этими краткосрочными методами. То есть очень быстро познакомившись с психологом, с онкопсихологом, вы можете рассчитывать на то, что предложенная вам помощь будет опираться на ваши собственные возможности, а не на какие-то представления о том, как бы это могло было быть хорошо в подобном вам случае. Потому что достаточно просто, да, вот этот лозунг звучит: заботьтесь о себе. Ну, не бойся страха, не фиксируйся невротически и снижай тревогу. Звучит достаточно просто, как это сделать, достаточно сложно понять. Ну вот что мне делать с тревогой, если она уже возникла? И что значит мне не бояться самого страха? Это можно взять на слух, мы с вами без конца об этом говорим, это повторяем. Но вот у нас, у психологов, есть такое правило: ты не можешь помочь себе сам, да? Глаз не может увидеть себя сам. Для этого нужно, конечно, наблюдение стороннего специалиста, владеющего краткосрочными методами, и коррекционная работа в его сопровождении. Однако тем из вас, кто планирует все-таки помогать себе самостоятельно, ну, можно порекомендовать, да, вот изучить все в этой области. Действительно, невротическая фиксация на состоянии страха складывается в какой-то уже отдельный болезненный конгломерат. Ну, давайте посмотрим, как можно бороться с этими состояниями самостоятельно. Современные методы психологической коррекции, в отличие от несовременных, о несовременных мы с вами периодически упоминаем, да? Например, было такое заблуждение, что стресс сам по себе влияет на рак. Это заблуждение уже опровергнуто. Стресс как таковой, как регулирующая функция, никак на рак не влияет. Другое дело, что человек, который уже заболел, а как мы с вами знаем, рак имеет достаточно долгое скрытое течение, уже по-другому немножко реагирует на внешние воздействия. Так вот, когда мы с вами говорим о современных методах, мы исключаем две позиции. Исключаем заблуждение, что человек каким-то образом виноват в том, что он как-то неправильно справлялся со стрессом. И исключаем заблуждение о том, что стоит только собраться, взять себя в руки, и совершенно вся ситуация волшебным образом исправится. Это тоже неправильно, это не так. Когда мы говорим о методах психологической коррекции в нашем с вами случае, скорее мы говорим о том, как достойно пройти тот путь, который у меня есть. То есть мы говорим о том, как не потерять лицо, как приладиться таким образом, чтобы те изменения, которые наступили, не разрушили остальные части моей жизни. Моя жизнь больше, чем мое онкологическое заболевание,
И как не зафиксироваться на этой нагрузке, не подпасть под ее влияние, обрести устойчивость и вернуться к самому себе в условиях изменившихся. Итак, современные методы подразделяются на аналитические и симптоматические. Аналитические методы подразумевают работу со специалистом. В сущности, они, конечно, доступны человеку, который и учился этому, или хорошо обучаем. Как правило, в состоянии дистресса, при снижении некоторых когнитивных функций, пациентам довольно трудно анализировать самостоятельно, и все-таки речь идет о том, чтобы краткосрочно посетить специалиста. А вот симптоматические методы, такие как аутогенная тренировка и метод условных рефлексов, вырабатывание условных рефлексов, это можно тренировать дома самостоятельно, если тоже есть к этому какое-то слово вылетело из головы, да? Ну, если я умею натренировывать себя сам, то тогда я с этим справлюсь. Если нет, я опять могу прийти и позаниматься под наблюдением врача. Например, ЛФК не рекомендуют проводить самостоятельно, потому что невозможно осуществлять одновременно, да, напряжение в мышцах и следить, насколько правильно я это делаю. Ну, редко кто с этим справляется. Поэтому есть врач ЛФК, он сторонний наблюдатель, и он поправляет то, как вы стоите. Вот когда речь идет об онкопсихологах, тоже есть такое заблуждение, что на кухне с подружкой я могу, в общем-то, порешать все свои психологические вопросы. Я действительно могу там утилизировать ряд негативных переживаний. Это так. И даже если я знаю о том, что это надо делать целенаправленно, я тем более хорошо с этим справлюсь. Но для того, чтобы прибегнуть к аналитическим методам психологической коррекции, конечно, лучше обратиться к специалисту. Задача изменений в результате психологической коррекции – это изменение отношения к травмирующей ситуации, которая в том числе является болезнью, то все, что с ней связано. Мы в прошлый раз говорили об отношении к болезни с вами достаточно подробно. Вы знаете, что это моя такая любимая тема. И отношение к болезни в ситуации болезни имеют определяющее значение, формируются многими фактами, но часть этих факторов подлежит психологической коррекции. Когда мы говорим еще раз, да, об аналитическом методе, мы говорим о том, что часто я вам, да, рассказываю, нужно признать ситуацию травмирующую, утилизировать те негативные переживания, которые с ней связаны, и научиться планировать свою жизнь и поощрять себя за то, что вы справляетесь с этим планированием. Но это то, что лучше делать под наблюдением. Также в аналитический метод входит осознавание временного фактора, фактора «я сам» и фактора «мир, который меня окружает». Это звучит достаточно просто, да, что касается времени, то понятно, что всем нужно время на адаптацию, все адаптируются, я тоже адаптируюсь. Если вам достаточно того, что вы это себе проговорили, и вы обрели душевный покой, значит, вы хорошо справляетесь самостоятельно. Если вы не сравниваете себя с окружающими, никогда, ни по какому признаку, чувствуете себя самодостаточным и достаточно успешным, уважаете себя в себе, значит, вы отлично справляетесь с любой ситуацией, в том числе с ситуацией заболевания. Если вы умеете взаимодействовать с окружающим миром и хорошо понимаете, что есть формальный круг и ближний круг, и разницу взаимодействия с ним, то, скорее всего, эти круги оказывают на вас дозированное влияние, не несут вам избыточную нагрузку, никак не истощают остатки ваших психоэмоциональных ресурсов, и вы достаточно хорошо справляетесь. Вот все, кто, посмотрев на эту схему, в каждом отрезке сказал себе, да, у меня тут все хорошо, это люди, которые прекрасно справляются со всем, что с ними происходит. Если некие затруднения у вас появились, ну, можно изучить самостоятельно этот вопрос, можно опять-таки найти возможность обратиться для краткого взаимодействия со специалистом. Симптоматический метод, и я надеюсь, что мы сейчас его немножко подробнее рассмотрим, и, может быть, даже чуть-чуть вы потренируетесь в этой сфере.
Всегда мы говорим о трех составляющих. Это управление дыханием, управление мышцами и самовнушение. То есть, когда мы осуществляем психологическую коррекцию симптоматическими методами, мы работаем с сознанием, работаем с телом и работаем со своими чувствами. Работа с сознанием требует наблюдения со стороны. Но то, что вы должны помнить, если вы собираетесь заниматься этим самостоятельно, самоубеждение эффективно, когда вы достигли уже состояния внутренней гармонии, состояния покоя. Те, кто умеет достигать его самостоятельно, могут заняться самовнушением. Это длинная история. Самоубеждением немножко короче и сделают это эффективно. Для того, чтобы обрести покой, можно заняться методами краткосрочного планирования. Например, оценить свою ситуацию и свои ресурсы. Лучше это делать все-таки под наблюдением, именно потому, что я привык ситуацию свою рассматривать совершенно определенным образом, и ресурсы мои я изучил, и, возможно, не вижу их потенциала, потому что это все вещи для меня привычные, и, как правило, я вижу их с некоторым искажением. Когда я в процессе беседы, при расширенном опросе предъявляю это специалисту, сам удивлюсь, как много нового, интересного в картине моей жизни будет мне предъявлено сторонним наблюдателем. Если я достаточно хорошо знаю свои ресурсы и хорошо ориентируюсь в своей ситуации, для того, чтобы взять ситуацию неопределенности, связанную с заболеванием, под контроль, очень хороши методы краткосрочного планирования. Я строю план на час и на день. На дольше никак не строю планы. Если я справился с планами на час и справился с планами на день, следующая моя задача – поощрить меня за такое замечательное, хорошее поведение. Если не справился, не порицать, допустить, что и планы могут быть откорректированы. Ну и, собственно говоря, я не обязан справляться со всем, что там сам себе напридумывал. Мы же говорим с вами о том, что нам необходимо достигнуть состояния покоя. Да? Когда мы стремимся достигнуть это самое состояние покоя, мы можем работать со своими чувствами. Чувство – это то, что многие из нас, специально необученные люди, не очень умеют дифференцировать, то есть разделять. А уж если умеют разделять внутри себя то, что со мной происходит, то привычно оценивают плохие и хорошие чувства. Задача онкопсихолога – предоставить человеку возможность все свои чувства дифференцировать, хорошо их осознавать и никак не оценивать. Принимать чувства любого регистра как безусловно необходимые. Да? То есть свести их к разряду эмоционального ряда, который есть как защитная функция организма. Плакать – это хорошо и правильно. Злиться, проявлять свою агрессию – это хорошо и правильно, при условии, что вы сами себя никогда не подставляете под удар. После того, как мы научились с вами распознавать чувства и принимать их, мы учимся их называть и проговаривать вслух. Очень часто для того, чтобы перестать испытывать чувство гнева, вполне достаточно его внятно проговорить. Если проговорить у меня сейчас никак не получается, вот я сижу в зале, начинаю уже злиться на то, что все тянут и тянут. Ну, не могу сказать это вслух, я воспитанный взрослый человек. Я могу достать ручку и карандаш и записать в любой доступной форме. Поругаться или, ну, в общем, каким-то разным образом отразить свой накапливающийся гнев или раздражение на бумаге. Сами обратите внимание, что ничего страшного, конечно, ступайте, конечно. Конечно, идите. Мы скоро заканчиваем, но, пожалуйста, выходите все, кому нужно выйти. Не нужно оправдываться. Так вот, утилизация тех переживаний, которые мы привычно осуждаем, и действительно их можно отнести к негативному ряду, потому что это реакция на негативные проявления внешней среды.
может давать хорошую эмоциональную разрядку, вполне достаточную для того, чтобы удержать напряжение, которое можно разрядить в безопасной среде. Например, я выйду на улицу и быстро пошагаю, и остатки напряжения уйдут. Итак, очень важно отреагировать те чувства, которые мы привычно избегаем, не позволяем себе реагировать на них, потому что оцениваем их как плохие. Как только мы научаемся дифференцировать свои чувства и научаемся работать с ними, они перестают нами спонтанно овладевать. Мы уже гораздо ближе к состоянию душевного покоя, в результате которого наша жизнь получит совершенно иное качество. Да? Напряжение психоэмоциональное избыточное спадет, и это позволит нам жить гораздо лучше. Есть еще один метод саморегуляции – это переключение внимания. Давайте сейчас с вами попробуем это сделать. Например, я сейчас говорю достаточно быстро, но достаточно при этом тихо. Если я начну говорить громче, вы как-то на это отреагируете. Если я начну говорить еще тише, гораздо медленнее, тоже появится какая-то реакция. Очень важно учитывать наши внутренние резонаторы при взаимодействии с нашим окружающим миром. Исподволь они очень здорово влияют на наше психоэмоциональное состояние, на наращивание нашего напряжения. Что делает молодежь для того, чтобы отключиться от травмирующих внешних факторов? Втыкает наушники с любимой музыкой себе в уши. Это сейчас вполне доступный ресурс. Им хорошо пользоваться, когда ситуация заболевания и так вызывает, да, повышенную раздражимость, повышенное напряжение, для того, чтобы отключить внешний мир и перераспределить локус своего внимания на что-то очень приятное, на что-то любимое. Есть стихи, которые читают прекрасные артисты, есть книги, аудиокниги, которые мы рекомендуем тем, у кого зрение, да, в результате, например, какого-то медикаментозного воздействия страдает. Все это вполне доступно, но наше поколение и более старшее поколение довольно редко употребляет это как ресурс снятия психоэмоционального напряжения. А напрасно. К этому можно обратиться к своим детям, к своим внукам и попросить помощи в этом отношении. От внутреннего ритма многое зависит. Подберите себе что-то созвучное вашему внутреннему ритму, и много времени вы будете защищены и будете снимать психоэмоциональное напряжение. Также вкус. Достаточно легко взять с собой в карман шоколадку, либо тот леденец, там, шалфей, да, или какие-нибудь травки, эхинацея, которые доктор вам разрешает. Ну, вот, например, мне много сладкого нельзя, да, у меня предельные какие-то диабетические штуки, поэтому я слежу за тем, чтобы это было малое содержание сахара. Но совершенно точно в момент психоэмоционального напряжения вовремя положенный в рот леденец, ну или жвачка, если кому нравится, способен переключить локус вашего внимания. И вот самые элементарные такие способы очень важны в тот период, когда мы с вами, например, готовимся к грядущему обследованию. Напихайте все карманы плеером со звуками, вкусовыми какими-то штучками, которые вас порадуют. А по поводу цвета, ну, это отдельная история, да, на вкус, на цвет товарищей нет, но, конечно, целые группы собираются для того, чтобы работать в русле, да, арт-терапевтическом, с цветотерапией работать. А надо ли говорить о том, что любимый шарфик вполне способен разрядить обстановку, если вы сидите в очереди у врача. Повяжите его на шею, снимите его в коридоре и поиграйте им у себя перед глазами. Самые элементарные способы саморегуляции напрочь забываются, когда человек нервничает. Именно поэтому всегда приглашаем в кабинет и снова эти навыки саморегуляции осваиваем под наблюдением, потому что если я про них послушал, я совершенно их не освоил, и
эти навыки. Для того, чтобы навык был сформирован, нужно не менее 10 раз прицельно его повторить в состоянии покоя. И тогда в критическую минуту он придет к вам на выручку. Если вы только что-то услышали и один раз попробовали, не надейтесь, что в момент, когда наступит хаос, он сможет вас поддержать, потому что вы его просто не сформировали, вы только что-то узнали об этом. Какой еще способ совладания с напряжением в момент, когда оно нарастает? Ну, в ванну теплую лечь не могу, тазик с собой припереть, да, в коридор к врачу тоже не могу, но найти у себя внутри тела зону комфорта и тепла я могу. Для этого нужно обязательно, давайте сейчас попробуем, да, подумать о том, как сейчас стоят ваши ножки. Мои ноги сейчас висят на каблуке, я зажал колени, и мне от этого некомфортно. Либо обе стопы расположены достаточно комфортно, напряжения нет. Пальчики сухие, теплые. Пяточка, что с ней происходит? Может быть, мне справа давит новый сапожок. Ну, это хорошие новости, значит, купила себе хорошие там, сапоги, они растопчутся. Или это любимые ботинки, в которых я привыкла ездить в песочнице, зная, что долго придется ходить. Начинаете искать самую отдаленную точку, зону покоя. Да? Пытаетесь как-то воздействовать на зону дискомфорта. Снять сапог в данной ситуации могу или не могу. Немногие могут себе позволить такую роскошь, но если вы можете, то снимайте, сидите в носочках, отдыхайте, проветривайтесь. Перешли дальше. Лодыжка, колени, да? Удобно ли я опираюсь на это кресло? Что происходит с моей спиной? Плечи, шея. В каждой точке находите зону комфорта. Да, сейчас действительно было немножко дискомфортно, вот сейчас поправил в этом месте, ага, уже лучше, да? То есть заземляетесь на тело. На сленге это можно так, да, обусловить. Ищите зону тепла и покоя в самом своем собственном организме. Наверняка этих точек наберется, считайте их по пальчикам, сколько их сейчас. Как только переключаете локус внимания на собственное тело, и опираетесь на него, психоэмоциональное напряжение спадает. Если говорить о заглубленной работе с мышцами лица и тела, о навыках саморегуляции с помощью дыхания, о таких элементарных вещах, как сон и прогулка, очень важных, но часто нами пренебрегаемых, но это хорошая работа в группе на самом деле. В группе, которая встречается 7 раз, прицельно обсуждает каждый из этих фактов и вырабатывает навык. Еще поддерживает друг друга в освоении этого навыка в плане домашнего задания. Вообще групповая история для ремиссии, она очень благостная. Во-первых, она щадящая по деньгам, это всегда дешевле, чем индивидуальная история. Во-вторых, собирается некое сообщество людей, переживших примерно одну и ту же ситуацию психоэмоционального напряжения, и это может стать хорошим ресурсом для людей, у которых, возможно, утратились какие-то социальные связи. Ну, наверное, вы замечали за собой, да, какие-то друзья отсеялись, какие-то знакомые испугались, с кем-то вам вдруг стало скучно. Так вот, опыт групповой работы с ремиссией, в этом смысле он, конечно, очень такой жизнеутверждающий. Итак, давайте вернемся к тому, что методы саморегуляции – это комплекс способов, направленных на формирование адекватных действий по управлению собственным состоянием. И цель саморегуляции – снять душевное и мышечное напряжение. Вот такая вот легенькая ерунда, да? Только достаточно сложно, планомерно натренировать эти навыки. Когда я делаю релаксационные упражнения дома, начать я все равно должен с того, чтобы вспомнить о цели того, что я сейчас буду делать. Например, я собираюсь достигнуть полного расслабления мышц. Это не значит, что я должен научиться по методу Джейкобсона расслаблять мышцы всего тела, представив себе комнату, в которой я нахожусь. Возможно, я
ставлю себе задачу научиться полностью контролировать мышечный зажим периферийных мышц, да? Например, кисть или рука целиком, потому что мышечная релаксация выравнивает психоэмоциональный фон. Дальше я могу достаточно подробно рассказывать вам о прогрессивной мышечной релаксации Джекобсона, и тут вы мне скажете, хочется ли вам вообще это слушать и об этом знать. Вот, у кого-то уже ужин, поэтому давайте скакать тогда быстро, да, по этой теме. Ну, это один из методов релаксации. Если бы вы ходили долго и настойчиво, у вас бы это заняло очень много времени, научение этому методу. Но элементы его мы заводим в работе с онкологическими пациентами. Всегда любая релаксация подразумевает, что вы должны лечь, и лечь так, чтобы вас никто не теребунькал, вне активности третьих лиц. Для этого нужно выбрать место и время. Исключить посторонние звуки, все звуки, которые невозможно исключить, нужно принять как данность на этот момент. Это важно. Как только начинаете дергаться на внешние звуки, никак их нейтрализовать не потрудились, сразу все, сразу какая там релаксация. Не научимся мы это делать. Научимся связывать бессознательно психоэмоциональное раздражение с обращением к кисти правой руки. Итак, лечь, свободно лечь, в свободной одежде и в комфортной температуре и обстановке. Пойдем дальше. Задача тренинга, если вы идете на тренинг, последовательная проработка разных групп мышц. И это очень длинная история. На одну группу мышц уходит по 6 дней. Те, кто проходит до конца, научаются на зрительный образ отвечать полным расслаблением мышц. Всех. Даже тех, которые мы привычно игнорируем. Виски, лоб, челюсть, носогубные складки. Это интересно, но скорее это большая психотерапия. Да? Когда мы говорим о психологической коррекции, о кратких формах, мы говорим об элементах этого упражнения. Принципиально нужно набрать напряжение в определенную группу мышц, напрячь ее и пристально следить за тем, что со мной происходит в период этого напряжения. Сосредоточить все свое внимание на той зоне, которую я сейчас напрягаю. Затем расслабить ее и сосредоточиться на ощущении этого расслабления. Повторяя цикл 2-4 или 3-4 раза. После этого 30 минут нахожусь в состоянии покоя. Те, кто начинает осваивать последовательно релаксацию, начинают каждый раз с включения предыдущей группы мышц. Но так как наша с вами задача научиться перераспределять локус психоэмоционального напряжения с внешних факторов на какой-нибудь внутренний, да, например, на какую-то группу мышц, то вполне можно ограничиться теми же кистями рук или стопами ног, ну, или тем, что вы выберете, возможно, это будет лицо. Основная задача этого упражнения – увязать состояние внутреннего покоя с последовательным напряжением и расслаблением этой самой группы мышц, на которую вы тренируетесь. Понимаете, да? То есть, если я сижу в коридоре и меня что-то здорово напрягает, я зажимаю все это в кулак и, расслабив эту группу мышц, ощущаю, что покой пришел ко мне целиком. Это такая настойчивая длинная работа, но при условии, что вы работаете с одной группой мышц, это не так долго и вполне доступно, если надумаете тренироваться. Но натренироваться тут обязательно надо. У нас должна сформироваться устойчивая связь расслабления кисти и спокойная комната, в которой я нахожусь. Да, устойчивая связь. Так, чтобы вы даже на бегу к автобусу смогли бы, в принципе, сев в автобус, это воспроизвести.
Ну, так работают со всем туловищем, и с лицом так работают последовательно. Не будем сейчас на этом останавливаться, как следует. Когда вы научились приходить в состояние покоя, положительные интенции, то есть релаксация умственной деятельности, уже не за горами. Как только я научился брать свои чувства под контроль, я уже могу заниматься положительным внушением, самовнушением. Давайте еще раз вспомним, что адаптация к ситуации, к травмирующей ситуации, состоит в возможности нахождения благополучной, комфортной, психоэмоционально комфортной жизни в условиях этой ситуации. Да, если уж ситуацию не избежать, то принятие – это как раз благополучная адаптация к ней. Ну и вот вам положительная интенция, которую вы можете вспоминать, когда будете ощущать внутренний покой. Качество моей жизни в моих руках. То, что мне хочется вам сегодня пожелать, это глубоко поверить в это, научиться этому и жить с хорошим качеством жизни. Спасибо вам за внимание. Спасибо.